Здравствуйте, дамы и господа. Мы находимся в Москве на углу улицы Забелина и Старосадского переулка у совершенно удивительного, на мой взгляд, памятника большому, если не самому большому русскому поэту Осипу Мандельштаму. И мне чрезвычайно нравится, как это задумано, что вот на кубах стоит та самая знаменитая запрокинутая голова с оттопыренными ушами. И вот здесь на каждом из кубов располагается какая-то надпись, строчка из стихотворения. Часто пишется «казнь», а читается правильно «песнь», «за гремучую доблесть грядущих веков», «из тяжести недоброй я когда-нибудь прекрасное создам». Но мне кажется, на мой взгляд, здесь не хватает одной реплики из знаменитого молитвенного стихотворения Мандельштама. Оно начиналось так: «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совестный деготь труда». Проще говоря, сохрани мою речь навсегда. Вот мы именно это и планируем сделать. Как вы поняли, наша новая работа из так называемого писательского цикла будет посвящена Осипу Эмильевичу Мандельштаму. И имея уже некоторый совместный, положительный, даже радостный опыт, мы снова призываем вас поучаствовать в этой работе, посвященный Осипу Эмильевичу Мандельштаму, и с помощью дружественного нам портала Planeta.ru мы снова объявляем некоторый условный сбор условных средств. А на самом деле просто заручаемся вашей поддержкой и вниманием, поскольку если вы нам помогли кино сочинить, то вы гарантированно его посмотрите, то есть останетесь нашим зрителем, что для нас чрезвычайно ценно. Так что мы всячески вас призываем и заранее благодарим.